Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Huawei Watch GT4. И сейчас я покажу вам, как настроить приходящие уведомления на данные часы. Итак, для этого мы открываем приложение Huawei Health. Далее выбираем устройство. Далее нажимаем на наши часы. И здесь ищем уведомления. Находим, нажимаем. И ставим тут галочку. Можем выключать звук уведомлений, когда телефон используется. И можем выбрать приложение, от которых будем получать уведомления. Например, Gmail, Discord, сообщения, WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram. Вот и на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.